Всем привет! Сегодня, как и обещала, хочу рассказать о производстве вот такого маленького букетика. Это соцветие можно использовать как вместе с другими цветами, так его можно использовать и как самостоятельный декор. То есть это можно использовать как дополнение к цветам, либо как самостоятельный. Ну, в общем-то, сейчас мы займемся не декорированием, а созданием этой ветки. Что нам понадобится? Для этого нам понадобятся всевозможные остатки от бумаги. Будем подбирать просто бумагу в одной тональности. У меня вот такое красное, малиновое, бордовое, что-то вот в таком цвете. Понадобится вот такая проволока флористическая, хотя можно заменить любой другой. И нам понадобится потолще проволока. У меня вот такая вот какая-то спиралька, мне ее принесли друзья. Она гнется, она прочная, и вот такой вот вариант мне и нужен, чтобы оно немножечко как бы, ну, могло деформироваться, скажем так, и при этом было довольно плотным. Мы будем ее по ходу крепить жесткую проволоку, и она даст вот жесткость этой конструкции, чтобы она не провисала. Ну, в общем, ладно, обо всем по порядку. Понадобится вот такая проволока и клей-пистолет и зеленая бумага. Зачем нам нужна зеленая бумага? Мы для начала должны будем создать вот этот стебель. Для этого нам нужно будет отрезать 3 сантиметра бумаги. Я думаю, нам понадобится 2, потому что она выходит за пределы, поэтому будем отрезать 2 раза по 3 сантиметра. Отрезаем. Так, это больше нам рулоновой бумаги, скорее всего, не понадобится. И этот делим пополам по 3 сантиметра. Больше не надо, нам этого вполне хватит. Теперь нам нужно будет эту проволоку обернуть. Для этого наносим клей. Приклеиваем к бумаге проволоку. И оборачиваем. Вот эту проволоку можно вложить сразу, а можно вкладывать потом в процессе производства букета. Но я, наверное, вложу ее по одной сразу для жесткости. Так, одну я вложу сейчас и одну, когда буду клеить вторую бумажку сюда. Наклеиваем. Так, и сюда же фиксируем и проволоку. Проволока может быть какая угодно, не обязательно флуоресцентную, флуористическую, мы все равно ее будем закрывать. Все, заклеиваем. Ну вот, стебель у нас готов. Теперь начинаем формировать наш цветок. Вот у меня уже есть нарезанные.
Но есть вот еще и остатки. Сначала предлагаю разобраться с остатками. В верхней части по одному мы скругляем в широкой части. Низ можно маленько обрезать, можно оставить. В общем, не принципиально. И так вот со всеми лепестками скругляем. Такие остатки остаются при создании пышных цветов, астры, георгины, пионы. То есть часто остаются такие остаточки. И мы немножечко ложечкой выгибаем лепесток. Ну вот, как так. И, в общем, со всеми этим проделываем все то же самое. Я люблю подбирать разного цвета остаточки, не одного. За счет игры цвета кустик получается интереснее. Ну, мне так кажется. Можно выбирать и одноцветные. Приступим к творению самого цветка. Мы выбираем самые маленькие, и они у нас пойдут в самом начале. Наносим клей на ножку. Здесь, в общем, все просто. И оборачиваем вокруг стебелечка. Следующий лепесток мы накладываем внахлёст предыдущего, чуть ниже начинаем его клеить, создавая тем самым бутон. Наносим клей и формируем бутон. Вот и вся хитрость. И дальше продолжаем по кругу наклеивать наши лепестки с небольшим, прямо с небольшим смещением вниз. И чем мы спускаемся ниже, тем лепестки наши будут становиться крупнее. Итак, когда мы считаем, что наш первый цветок достиг своего размера, он может быть больше, меньше, мой будет вот такого размера, мы заканчиваем его зелеными лепестками. Вот. Есть у меня остаточки от зеленой бумаги, маленькие, побольше. Вот такой у меня маленький остаточек.
я формирую ножку листика. Закручиваю макушку. Лучше всего макушку закручивать не один, а несколько, чтобы было. Или же это делать на что-то. То есть вот такой вариант еще возможен, чтобы получилась спиралька. Немножечко сформируем лепесток и все это наклеиваем. Какой-то лепесток будет пониже, какой-то будет повыше. И по кругу мы начинаем приклеивать лепесточки. Но вот маленькие я предлагаю наклеить вовнутрь. Сначала наклеить маленькие лепестки. Они у нас будут клеиться чуть повыше. Каждый должен смотреть по ситуации, как ваш лепесток там строится, цветок, бутон. Так и вам нужно будет наклеивать. Я вот считаю, что мне нужно так. Быть может, их нужно ниже или выше располагать. Смотрите по ситуации, как это будет складываться у вашего цветка. Главное, чтобы это было красиво. Так, вот, это у меня будут верхние лепестки. И чуть больше лепестки будут ниже. Со складочками они у меня немного будут получаться, но мне так хочется. С одной стороны большой лепесток. И сейчас я сделаю лепесток такой же большой с другой стороны. И мы формируем, приклеиваем, сформировав с другой стороны лепесток. Вот, вот что у меня в итоге получится. Вот первое соцветие завершено. Для создания последующих цветов нам уже понадобится вот эта проволока. Проволока длиной у меня 40 сантиметров. Я буду отрезать ее по 20. То есть я буду брать 20 сантиметров проволоки. 20 сантиметров проволоки. Нам нужно проволоку тоже будет обернуть гофрированной бумагой. Отрезаем 5 миллиметров, вот какого-нибудь кусочка, что у вас завалялся. Растягиваем. Ну, в общем, здесь все просто. Просто оборачиваем. Здесь нет никакого секрета. Нам просто нужно ее обернуть. И все, в общем-то, мы начинаем повторять снова. Выбираем наши лепестки, те, что помельче. И начинаем ими обклеивать нашу проволоку. Каждый последующий лепесток будет наклеен чуть ниже, оборачивая предыдущий. Thank you.
цветок второй закончен. Теперь мы оформляем его листиками. Листики я вырезала. Теперь я сформирую витой кончик и немножечко пожамкаю сами листики. Придам форму. Сейчас буду наклеивать на соцветие. Наше второе соцветие готово. Теперь я буду приклею его к нашей вот основной ветке. И таких соцветий мне надо сделать штук 6-5, чтобы вот по ветке их потом распределить. Как я распределяю? Наклеиваю. Я сначала сажаю на клей, а затем обматываю кусочком гофрированной ленты. То есть как-то так. Но это делаю я после того, как таких вот соцветий будет сделано несколько. Поэтому я предлагаю сейчас сделать несколько этих соцветий, штук 6, а затем мы вместе сформируем эту ветку и украсим ее дополнительно зелеными листьями, убирая все неточности и неровности. Делаем 5-6 соцветий вот такого размера. Все заготовочки, что я запланировала, сделаны. Теперь необходимо их прикрепить на стебель. И еще сделаны лепестки, тоже из остатков. Прежде чем мы начнем крепить цветы, мы будем прикреплять большие лепестки. Так, первый лепесток мы крепим на стебель. Затем мы прикрепляем первый цветок. Так. Нам нужно будет его приклеить, а затем зафиксировать. Можно фиксировать и темп-лентой, но я буду фиксировать гофрированной бумагой этого же цвета. Вот у меня нарезаны небольшие полоски, и ими я буду фиксировать.
итоге мы получили вот такую прекрасную ветку. И если к ней добавить ветку предыдущую, то уже получается вот довольно неплохая композиция. Одна ветка свисает сильнее, нежнее. Это более крутая ветка. Они тоже впоследствии будут соединены. Вот такой замечательный букет у нас вышел. Очень надеюсь, что мое видео очередное вам понравилось, что вы будете его использовать в создании своих композиций. Ну и по традиции, удивляйтесь сами, удивляйте окружающих. Хорошего всем настроения. Пока! Thank you.